Эх, жизнь в мире атаки гигантов такая сложная. Приходится каждый день выращивать пшеницу. У нас в последнее время вообще не хватает еды. Я принесла тебе борщик. А это еще кто? Верни, а это еще кто? Микаса, что с тобой не так? Что-то у тебя с голосом сегодня не так. Я вижу чей-то ник. Brawl Stars — это все, что мне нужно от этой жизни. Привет, 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 ребята. Я Эрн Йегер, я русский, я из России сам. Стоп, что? Мне кажется, он нам врет, не русский. А я хочу с тобой познакомиться. Я Армин, я из Украины. Что? Эрн Йегер, ты не слышал? Ты смотрел мультик? Стоп, подожди, да, я смотрел. Это тот легендарный! Тот самый смучный! Да, это я! Пойдем с нами скорее, мы тебе покажем, у нас там все растет, вот это вот. Я, если что, Микаса, да. А я Армин, я из Украины, если что. Ты Микаса? Да. Ты мне не нравишься, сразу говорю. В смысле? Вообще никак. Яблоко отравленное вот. О, это у вас что такое? Только не топчись по моей пшенице, я вообще-то тут работаю каждый день, как бы стараюсь. Ой. А мне плевать, ты знаешь, кто я? Я Эрн Йегер. Что, Эрн Йегер? Легендарный аниме-мультик персонаж. Почему ты тогда такой смешной? А, это не ты, подожди. Вот, смотри, держи, я тебе вот, получается, гостинцы принесла. Вот, держи. Не бегай. Нафиг твои гостинцы, ни к чему. Подождите, подождите. Вот мы собрались, значит, собрались, кто у нас? Русский, казах и украинец. Вот как в анекдоте. Я не казах. Ты кореец, Райм, забей. Он украинец. Нет, он кореец. Я сегодня собирался пойти за стены посмотреть на титанов. Моя мечта. Что? Главное, нельзя! Нет, не уходи! Я сейчас объясню, если кто не в курсе. Ты же понимаешь, мы 100 лет живем за стенами, прячемся от огромных просто гигантов-великанов, которые жрут людей. Ты хочешь полезть туда? А вдруг ты упадешь? А вдруг вас съедят? Вы вообще что, нормальные? Дурной, что ли? Это он хочет, я не хочу. Жизнь — это свобода, нам нужно за стены, я там согласна. Свобода. Если вы тут заперлись, это не значит, что вас эти гигант-мутанты не сожрут в итоге. Нам нужно на разведку, в общем-то, пойти и погнать. Неужели вас так тянет просто узнать эти тупые тайны, которые все время в течение 100 лет окутывают наши земли? Вот вам прям хочется эту свободу, серьезно? Кстати, ты мой брат. Держи. Ни к черту мне твои цветы. Пойдемте, давайте, живо все по коням, поехали. Нам за стены подожди, надо. Подожди, нас же выпарят за это. Подождите, так охранники там есть. Ну ладно, слушайте, у меня есть вариант, если вы действительно этого хотите, а с помощью лестницы забраться наверх, хотя нам придется делать лестницу прям до небес, потому что вы видите стены 50 метров, аля. Ну, слушайте, а вы слышали легенду про гигантского титана? Он самый огромный. Я его уничтожу, разгромлю. А, ну ладно. Я их всех уничтожу, всех титанов. Все титаны подо мной, понял? Поняла, я девушка. Ой, извините, я вас перепутал. Я девочка с сюрпризами. Ты некрасивая. Чё, офигел? Идите за мной, я знаю, как тут пробраться наверх. Нам нужно... Но как же? Подожди, стоп. Давай за мной. Может, не надо? Вот лифт, по нему наверх, и там титаны. Быстро, живо залезаем. Откуда здесь титаны? Блин, может, всё-таки не надо? Там страшно, они кусаются, наверное. Подождите, откуда у нас лифт? Все, мы поднялись, мы выбрались. Опа, наконец-то мы на верхушке. И, а где титаны? А где? Где нету? Внизу. А вдруг нас обманули? Корпуса, Кенни, Леви, я с тебя уничтожу. Ты не Леви! Ты какой из тебя Леви? Ты подожди, ты же Эрвин. Эрн Йегер, или как там? Ой, я Эрн, я тебя уничтожу. Сопряжу грязно. Иди сюда. Ты куда лезешь? Крипер разбился насмерть. Он что, идет? А у меня нет бессмертия? Нет. Микаса, Райм, как там тебя, блин, не помню. Великан пропал. Что? Ты слышишь это? Что происходит? О, господи. Отлично, нам еще и стену сломали. Что? Сколько, ну, как же мои яблоки в курином бульоне? Вот он и второй идиот. Что это? Огромная дырка в стене. Что там теперь делать? Сейчас же титаны проберут. И нужно срочно стражи уведомить. Придется быстро спускаться по лифту. Так, я уже почти спустился и... Эрн, ты же умер. Нормально все это. Ну так, чисто на приколе. Я живой, просто ногу повредил. Микаса, Райм, а ты как? Ребят, вы слышите это? Сюда кто-то идет. Кто-то гигантский. Треклятые титаны. Мы сейчас будем против них сражаться. Нет, бежим отсюда. Быстрее, дурной ты. Валим на гелике быстрее. Подождите, если они сейчас проберутся, они же всех сожрут. Нужно всех в городе уведомить. Так, ребята, сейчас наша стена была прорвана, сейчас титаны зайдут вовнутрь. Вы видели, сколько их там внизу? Это все из-за тебя, ты их приманил! На центральную площадь, бежите просто на центральную площадь, давайте за мной. Они уже пробрались! Вот он! Что это? На нас бегут, валим быстрее! Он бежит! Только нет! Они стоят со всех сторон, господи! А что жители смотрят на них тупые, бегите! Это гигантская мартышка, убиваем! Бегите за мной! Дурной, беги! Че вы болтаете, фигня, давайте быстрее за мной, нам нужно бежать быстрее домой! Ты видел? Там этот Бравл Старс был. Микас, ты идиот? Вон, он бежит за нами. Господи, какой же он тупой, валим быстрее. Нет, беги, Крипер. Мы должны сражаться, чего вы боитесь? Мы разведчики, надежда человечества. Вы такой трусы. Защитить свою деревню, листа, или
чё, Сигантину, давайте нападаем. Иди, не убей, это самое, нет! Градус, он дурной совсем, он в дурке 2 года лежал. Нет, он его съел! Нет, господи! Рэм, быстрее, нам нужно предупредить родственников, Титан идет к нам! Что нам делать, мы его съели? Рэм, ты как жил? Я в порядке полном, ничего со мной не будет. За нами бегут! Опять Титан, треклятый, иди сюда! Нет! Да что такое? Он опять умер. Да нам идут быстрее, пока нас не сожрали. Бежим. Как у него это получается? Я не знаю, может это его суперсила. Градус, наши родители! А в какую сторону бежать? Где наш дом, ты помнишь? Да, конечно, точно, нам надо до них добраться. Так, точно, быстрее. Родителей спасать, нашу семью. Что? Ты уже тут? Ну ладно. Валим на гелике быстрее. Не смотри назад, не смотри. Ладно, я не буду с ними больше. Они мне не нравятся, они глупые. Ты уже не так хочешь убить их всех, да? Давайте спускаемся, мы почти уже возле дома. Что? Еще один гигант! Что? Что это такое? Еще один гигант! Гигант, нет! Бежим отсюда! Стоп! Ты... Негодяй! Я с тобой потом разберусь, побежали пока. Побежали, быстрее! Валим, прячемся! Что нам делать? Ребята, этот гигант, он перекрыл вход к нашему дому, нам придется сваливать куда-то. Он бежит сюда, бежим! Валим! В Германию, беженцы. Где Германия? Не знаю. Еще, вот здесь, он здесь, он рядом, нет. Ребята, уходим, нам нужно спасать. Он же сейчас нас сожрет просто. Давайте быстренько вернемся к этому, к нам нужно забраться на другую сторону, на стену. Вверх. Не смотри ты назад, он знает. Почему тебе смешно? Если что, мы тебя бросим, не переживай. Так, я понимаю. Надо укрыться в доме, куда побежал? Блин, быстрее. В доме небезопасно, они вытащат. Бегите просто за мной, сейчас вы увидите, что я вам хочу показать. Это аномальный Титан, он знает, что мы представляем самую главную угрозу. Он только за нами гонится. Как думаешь, этот Титан, он может мыслить разумно? Думаю, нет. Не бежит он за нами. Так нам нужно вон бежать. Аккуратнее, не падай. Армин, или кто ты там, Микаса? Я сам не помню. Не спрашивайте меня, как мы сюда забрались. Главное, что мы спаслись. Все титаны, они как будто как слушаются... Как мы сюда забрались? Да какая разница? Мы в мультике. Да какая разница? А, в общем, Эрен. Рэйм разбился насмерть. Мне кажется, или этот вот титан, самый главный, который... О, привет, Рэйм. Они как будто слушаются его и идут за ним, вам не кажется? В смысле, какой? Вот этот вот смешным добрым лицом? Да. Подожди, смотри. А ты видишь, он смотрит на какой-то флаг или куда? Может, да, там на флаг есть? Украины перевернутый. Он, кажется, он нас заметил? Он нас заметил? Что он нас? Ребята, валим, прячем. Откуда у него такая зеленая мощь? Давайте, по воде, давайте, быстрее. Ты глупый. Так, я спускаюсь, у меня нормально все. Эрен, ты там как, крипер, Тёма? Я все в порядке, нормально, у меня все натренированное. Я могу прыгать хоть с какой высоты. Капец, как он это делает? Давайте, прячемся между домами, он слишком большой. Ребята, быстрее спрячьтесь в доме. Я должен вас кое-что сказать. Мы же семью свою пытались найти. Да, блин, забыли совсем. Забыли, да ладно, у меня вообще на дачу поехали, забейте, наверное. Вперед, спасать надо родителей. Вы дармоеды. Давайте, нам семье нужно спасать, их сейчас титаны сожрут. Давайте быстро. У меня что-то отец в подвале мутил, там, короче, самогонный аппарат у него какие-то. Говорил, что в случае какой-то проблемы титана, если прорвутся, срочно спуститься туда. Нет, прячься. Он не проберется. Слушайте, есть кое-какая теория. Он бежит только за нами тремя. Видимо, в нас что-то такое есть. Может быть, мы можем разделиться, мальчики и девочки. Давайте одна команда девочек, одна команда мальчиков. Ты знаешь, как во всех страшных фильмах происходит, все, разделяешься, все проиграли. Нет, ребята, вы меня с кем-то путаете. Я практически неуязвим. Мне этих титанов всех. Мне кажется, он, по-моему, за тобой гонится, потому что ты злой и титанов хочешь убить. Наверное. Или у вас какая-то связь между ним. Осел, ты меня слышишь, дядя? Смотрит на меня. Он меня не атакует, слушайте. Ой. Рэм, побыстрее, у меня, короче, в подвале, если... Ой-ой-ой, он бежит за нами. Быстрее в подвал, подал, там супероружие, есть супероружие. Давайте, бегим. Пошла, не получилось, бросила. Давай, пошли. Я уже быстрее. Ничему не удивляюсь в этом мире. Побежали. Бежим за мной. Мы почти прибежали. Вот он мой дом. Он уцелел, слава богу. Блин, а родители? Да нету никого. Видишь, все переехали на дачу. Сегодня майские праздники. Есть. Ура, наконец-то. Блин, может, что-то это самое вкусненькое тут есть? Армин, Микаса. Что? Вы должны знать, что это наше призвание по жизни уничтожать титанов. Блин, да иди ты в жопу уже задолбал. И ты в дурке 2 года лежал. Это не дурка была, это санаторий. Девочка. Да, говори. Ну, да, как да, вас по полу различать? Вы одинаковые. Где-то был рычаг. Так, что? Градус, за ними, за тобой следят.
нет! Он пытается разрушить дом! Где-то здесь! Вот он, рычаг! Все, спускайтесь вниз, спускаемся! Это самогонные моего деда и отца. Отца, ты видишь, что что-нибудь подозрительное? Здесь какая-то черная ерунда. Это рецепт, это рецепт. Это рецепт самогон. Подождите, может здесь какие-то зелья, слезогаз, сундуки? Нет, звезда Незера. Что-то, что-то должно быть такое, что точно даст нам знать, что мы можем победить титанов. Посмотри, я вот эту штукенцию подобрал, может там что-то полезное будет. А ну-ка так. Death Note. Это не рецепт самогона, это записка смерти. Я смотрел такой мультик, да. Мультики я люблю, конечно, но как нам это поможет? Так, давай сюда эту штуку. Это я знаю, как ей пользоваться. Это называется тетрадка погибели. Я специалист, я, значит, у меня призвание по жизни убивать и уничтожать монстров, мутантов, титанов. Я ей воспользуюсь и разгромлю, собственно, их навсегда. А... Ой, я не то написал. Прошу прощения. Бронированный титан. Пойдемте наверх, у нас дом почти сгорел, мы должны... О, ё-моё. Ребята, он же сейчас проберется, он ломает почти... Он почти все блоки сломал. Давай быстрее! Бронированный титан. Что, получилось? Есть! Пиши остальных титанов, пиши быстрее, чтобы они все подохли. Иху минус три. Титани все. Нет, там наоборот, все, и потом вот слово. Титан, монстр, мутанты, убить. Что ты наделал? Ой. Ты опять не того убил. Да блин, а как воскресить? Христос воскрес. У нас вроде бы получилось, ребята. Давайте соберемся на центральной площади. Там должны собраться оставшиеся выжившие. И там уже точно узнаем, все титаны умерли или нет. На центральной площади люди есть. Отлично. О, это значит, они празднуют победу. Это значит, что Украина победила. День победы. Мы все благодарны, что ты спас нас от этой просто катастрофы. Блин, ну ты молодец, конечно, да. Где? Ребята, а вдруг еще кто-то остался? Мутанты, монстры. Давайте я на всякий случай. Давай, смотри, блин, он реально герой. Убить всех вообще. Что? А мы в раю. Если бы...